Детская театральная студия «Конфетти» представляет спектакль для тех, кто верит в чудеса. Говорят, под Новый год, что не пожелаешь, все всегда происходит.
свечи. Какой у вас веселый вечер. А елка и свечи, да, раз, два, три, раз. Носом не чаю, меня по-царски не встречают. Ах, нет, не встречают, раз, два, три, раз. Пусть для вас люди тая, и чтоб к вам пришла я не случайно. Сколько планов, ведь смех подростка. Я королева снежная, прекрасная и нежная. Я ледяная красота, я королева холода, я королева льда. Люблю мороз и стужу, прекрасная пора. Слушайте все мой приказ, вы должны без промедления начать наше представление. Ой, представление. Ой, что это у вас тут за беспорядок? Ах, ваше величество, это мы здесь в снежки играли. Ведь зимой все любят играть в снежки. Вот так. Повторяйте за мной. Хорошо, что я еще сообразила. Сказала, что в снежки играем. Сама снежная королева перед нами. Сейчас бал отменит из-за беспорядка. А сейчас давайте, помогайте. Shoot!
Почему?
на балах. Золушка, ты шила нам новые платья, которые я приказала тебе шить 3 дня назад. Конечно, матушка. Есть такой денёк,
Ночь – это настоящий цветик-семицветик, и он исполнил мое желание. Конечно, милый. Не просто так, всю жизнь опять. Мы с тобой случайно, он бывает на пути. Есть такие люди, которые приходят в нашу жизнь тогда, когда мы меньше всего этого ждем. Они возвращают нам веру в то, что мечты сбываются. Ты одна из этих людей, я так мечтала с тобой встретиться. А ты очень добрая и трудолюбивая девочка. Мне бы хотелось тебя увеличить от всего, что есть в мире вокруг. От обманов, которых не счесть, от ранений, отравленных словом, чтобы никто не желал тебе зла и в охапках не нес тебе боли, не сжигал твое сердце дотла, не держал твою душу в неволе. Мне бы хотелось укрыть как крыло, выплечь от страха ошибок, чтобы добро отзывалось добром, чтобы мир на земле не был зыбок. Мне бы хотелось тебя научить и суметь показать на примере. Каждый день в своей жизни ценить и всегда только в лучшее верить. Милая Золушка, ты очень добрая и трудолюбивая девочка. Ты заслуживаешь подарок. Проси все, что угодно. Все, что захочу? Ну, конечно, все, что хочешь. Я хочу выпускница школы чародейства и волшебства Хогвартс. Вместе с Гарри Поттером я умею творить любые чудеса. Я хочу поехать на бал. Но это проще простого. Удивительный мальчик, с которым я познакомилась в чародействе и волшебстве Хогвартс.
понравится. А я в этом уверена. Дорогой Гарри, слышишь? Гарри Поттер, твоя мальчика столько Гарри Поттер придумала Золушке. Она не успеет все сделать и поехать на бал. Ты сможешь мне и в этом помочь? Проще простое.
важная часть жизни. У каждого своя сказка. Сказка длиною в жизнь. Жаль, что взрослые перестают верить в сказку. А ведь иногда они больше нуждаются в сказке, чем дети. Есть только два способа прожить свою жизнь. Один – так будто никаких чудес не бывает. А второй – будто все в мире является чудом. Театральная студия «Конфетти».